Новый год – время не только радости и веселья, но и подарков и сюрпризов. 29 декабря депутат Законодательного собрания Сергей Орленко посетил Центр развития творчества детей и юношества станицы Северской, чтобы поздравить ребят с наступающим 2022 годом. Ребят, я хотел вот от имени Законодательного собрания края, председателя Законодательного собрания Юрия Александровича Бурлачка, поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать такого благополучия, здоровья. И, конечно же, чтобы родители были всегда рядом, и вы всегда ощущали себя такими крепкими, очень умненькими и такими ребятами, которые знают все. С Новым годом вас! Каждый ребенок получил сладкий подарок. В завершении встречи собравшиеся сделали фото на память.